Добрый вечер, дорогие друзья! Всех приветствую на канале. Сегодня у нас в эфире будет прохождение игры No More in the Hell. Сегодня будем играть в коопе. И всех приветствую, ребятки. Всем приятного просмотра. Всем привет, привет, Юра. Серега сегодня без меня. Я на работе загружен. Без проблем, Юра. Тебе удачи на работе. Как говорится, удачной разгрузки. Ну, в любом случае, хотя бы посмотришь на стриме, как мы тут рубим, если у тебя, конечно, там есть возможность. Так, в общем, звоним нашим товарищам. Они уже наверняка в скайпе, точнее, в дискорде. Написал нашему товарищу по команде. Он же Губа. Так, по идее, сейчас у нас наберутся люди. Должны подойти еще пару человек. Сегодня у нас, наверное, будут не такие долгие катки, я думаю. Так, Анимуша тоже написал, сказал, будет через 2 минутки. Ну тогда ждем, ребятки. Ожидаем наших товарищей. Интересно, интересно. О, кто у нас тут ворвался в скайп? А почему у Депутатовича на Good Game написано, что он проходит Готику 2? А я уже все исправил, не переживайте. Исправил. Ага. Да, уже No More проходит. Угу. Так, ну что там наши товарищи вроде собираются? Дармович сейчас подойдет. Анимушвили говорил, все кричал, он тут. Он сказал, через 2 минуты подойдет. Ну, я думаю, что подойдет, никуда не денется. Ну, замечательно. Коль так. Да, коль так, коль эдак. А Таркрок где? Таркрок сказал, что задержан на работе, ну, там много работы, поэтому без него сегодня. А он вообще не появится? Угу. Ну, я думаю, сегодня небольшой будет стрим, максимум на 2 часика. Даже меньше, наверное. А это кто там такой? Это Пупук-Пупук. А Кыборги, здрасте. Кыборги, вы вернулись. А мы уже здесь, да? Наконец-таки, киборги пришли. Я заполоняю весь дискорд. Заполоняй, товарищ, заполоняй. И мы сейчас будем заполнять. Заполоняю дискорд. Заполнять карты будем сейчас. Ну ты еще киборг. А мы идем, да? А мы идем и на заполняем. А где же вы были, когда там мудакены приключения устраивали? Что за мудакены? Что за мудакены? Они уже не в курсе, что за мудакены. А, Пупа стримил. Ну я вот просто уже пришел уже давно, наверное, он стримил. Дела кое-какие были, поэтому я не застал. Вот деловой колбасник, а? Да, у меня брат старше на футбол потащил. Во. Ох, этот муж и я. Угу. Так, ну ладно, ничего страшного. Так, я пока посмотрю. Ну, сейчас пока это, Коль, такая движуха, сейчас что-нибудь новенькое на прохождение будем высматривать. Кстати, Серега, сам же играли. Ваши проиграли, извини. А, вот он что. Ну я за футболом не слежу особо. Ну Анжи вообще слабая команда, если что так. Ну Анжи уже давно слабая команда, насколько я знаю. Потому что там были одно время крупные эти, как он называется. Ну да, сейчас уже, да. Да мы тоже сейчас футболисты. Пока далеко не сильная команда. Ростов тоже позорник, который
один раз там у него светлый момент был, а часто у него происходят забавные вещи, когда он там... Ну, ладно, тот тренер хороший, Валера. Да, и вот Бердыч когда был, вот тогда другое дело. Бердыев, да, Бердыев это топовый тренер. Аферист он. Он Ростов развел на кучу денег. Ему там такие миллионы отдали. Бердыев он. Блин, что-то у нас, по-моему, тема футбола пошла. Пришел они муж с бутылкой пива и флагом России за футбол. Да, точно. Ох, этот анимуша. Мне кажется, если анимуша был бы каким-то таким богатым этим тренером, то он бы нанял бы свою футбольную команду. Ой, да такую футбольную команду. Нанял бы еще причем какую? Женскую команду. Стяночек. Да, да, я читаю мысли нашего. Я бы трансфер по всему миру бы открыл. Убрал бы чисто по внешним данным. Игровые. Отдыхать пойдет. Отдыхать с тобой пойдут? Ух ты ж какой, а. Игровые данные, говорю, отдыхать пойдут. Я говорю, по внешним данным бы брал в команду. Ух ты такой. Ну тогда был бы притон от Минушвили, я не знаю, какой-то. Да. Не, почему? Выбрал бы что-нибудь, какую-нибудь одну себе. Понял, принял. Если что, зовите анимуша, как откроете этот бордель. Да, конечно. Так, Буба, пока создавай какую-нибудь карту, там... Давай наркоманию какую-нибудь. Да ладно, ну я сейчас пальцем тыкну в новое что-то. А там наркомания или нет, я не ручаюсь. А где остальные наши киборги? Киборги скоро подойдут. Жека сказал, что скоро будет. Юра не сможет, он в работе весь. А Лера? Лера что-то пишет, что она в этом. А Лера я не знаю. Не беспокоить у нее написано. Не беспокой Леру. Хорошо, не будем Леру беспокоить. Не будем Леру беспокоить тогда. Так, а мне, кстати, чтобы хостовать, надо будет перезагрузить интернет. Ну да ладно, коль я сейчас прям сервер создавать не буду, мы пойдем искать новые карты, так что пока тогда не буду, потом перезагружу. Я сегодня стрим свой отменил, на завтра перенес. Четыре фильма посмотреть. О-о-о, анимуша, у вас там киномания все продолжается? Сегодня хотел Стражи Галактики посмотреть, Эру Альтрона, потом Человека-муравья и Первый мститель противостояния, Гражданка. О, блин. Волчит, вот Румка, поэтому завтра перенес. Не, ну, я думаю, еще будет возможность вам постримить их. Да, это завтра перенес. Написал даже там в чате у себя, сказал, ребята, извиняйте. Извиняйте, но Румка One Love Forever, да? Да, One Love Forever, да. Да, Румочка, конечно, она... такая затягивает на самом деле. Да. Дорогая Румочка, только на припевочке. Угу. Надеюсь, второй Румахай у нас всех потянет на наших компах. Да потянет, мне кажется, просто... У депутата он Metal Gear там этот, про изи. Зомби все попер, а ты тут изи. Говоришь про Румку. Ну, про вторую Румку я говорю. Ну, про вторую я знаю. Ну, Unreal движок, он, конечно, любит жрать ресурсы, но у Деппа, по-моему, все в порядке. На его этом калькуляторе все работает. А у Ножновича комп и пойдет? У него тоже попрет. У Ножновича комп процессор-то хрень полнейшая, хуже, чем у депутата. Но зато видеокарта гораздо лучше, чем у депутата. Какая? Ну, 560 GeForce с одним гигом. 560 GeForce хорошая видеокарта. 560. Не знаю, ладно. 560 Titanium. Титаниум. Привет, Кирс Гэй. Что, реально играть в это будешь? Конечно. Куда я денусь? Я уже начал в это играть. Да, конечно. А ты как думал, Кирс Гэй? Я уже давно в это играю. Уже как года два, наверное. И нисколько не разочарован этой игрой. Вполне себе сносная игра. Это чисто... Это как ну, там шахматы, домино, и там шашки. Сидишь так с друзьями, так играешь. Вот или как карта. Вот такого типа игра. Это вот чисто вот на компанию рассчитано. Тут дело не в самой игре даже, а то, что компания собирает. В этом вся суть. Вот, я бы сказал, что эта игра подойдет любителям про зомби фильмов, да и игр. Ну, да, мы же все это Resident Evil даже тащимся по этому. Вот, но... Я поправлю, сделаю важную поправку. Она понравится прежде всего тем людям, которые любят классических зомби и выживание в этом плане, а не вот как есть там фильм 28 там, недель спустя, или же, например,
еще, ну, в общем, все фильмы, да, и игры, где зомби бегают как черти, или как в том же Left 4 Dead, бегают и бьют тебя кулаками, вместо того, чтобы покусать, заразить, а потом ты там зомби тоже. В общем, только в этой игре, наверное, авторы это как бы продумали, да, на этом акцент поставили, выживание, там, опасность заразиться, что-то подобное, а не как вот... там, в среднестатистической игре про зомби вот такой вот, что они там бегают как черти, бьют тебя кулаками, и есть там боссы всякие с оружием и прочее. Ну, это там, например, вот как Killing Floor. Здесь акцент на другом. Ништяк, а то я думаю, что она никому не интересна, да? Блин, немногие понимают, что это хардкорные зомби-шутер. В этом здесь и суть. Вот менеджмент ресурсов, вот это вот все, оно тут очень интересно сделано. Там сбор патрошек, вот это... сортировка предметов. Ну да. И, соответственно, вот этот акцент, что если тебя укусили, могут заразить. Да, я вот я об этом и говорю, то, что эта игра интересна тем, что у нее, во-первых, есть интересный геймплей. Во-вторых, огромная база фанатов есть на самом деле. В-третьих, игра до сих пор поддерживается, в принципе, да, еще будет вторая часть выходить. В-четвертых, игру играю уже 2 года где-то, да, вот так, с друзьями, частенько еще до стримов играли. Ну, как до стримов, пока я не начал стримить. Проходили пачками, там, 6-8 человек, по-моему. И чувствуется в этой игре командная работа, распределение ресурсов, грамотная, ну, организация вещей. Когда ты, допустим, берешь что-то, можешь определенное взять, но все ты не сможешь утащить в меру, там, определенных веса или, допустим, чего-либо еще. Да, вторая будет, но пока что не анонсировали. Ее на самом деле уже давно сказали, что мы начали разработку еще, по-моему, уже 2 года назад, ну или год точно. Вот же год как точно прошел с момента, как они сказали, занимаются второй частью. И у них, между прочим, на сайте есть там уже и скриншотов приличная информация о их идеях, там задумках. Так что, кому интересно, может зайти, ввести сейчас, хоть сейчас в гугле там No More Room in Hell 2 и вас перекинет к ним на сайт, там все новости, все есть. О том, какой прогресс, что да как у них. Да, там, кстати... И делается она уже на движке Unreal 4, вот. И я читал, что они сказали, вот они на вот этом движке Халвы 2, они тут не смогли реализовать всех своих задумок, движок уже старый, не позволяет это реализовать, поэтому на Unreal они сказали, смогут реализовать то, что не смогли реализовать здесь. А конкретно даже там карты более большие. О, Таркарок. Ну, наверное, не дома, к сожалению. Не, не дома. Ну, ближний бой, да, тут корявый, это само собой. Он, кстати... Ну, привыкнуть к нему можно, и будет все нормально у тебя. Ну да, доджбол играли. Играли в доджбол. Прикольный режим, мне понравился. Но я не могу долго играть в доджбол, потому что хочется какой-то, не знаю, ну, больше... оригинальных карт таких на выживание, чем помимо доджбола есть еще галерея, копия колдути. Ну, колдути. Как в режим в колдути зомби режим. Ну да, там вот. Есть такой. Там валишь зомби, получаешь деньги. Ну, в смысле корял в том, что тут, как бы это сказать правильно. Ну, новичок может не знать, когда там нужно на какой дистанции от зомби махать рукой, бить его и теряться на этом. Да. А когда ты уже попробовал, поиграл какое-то время, ты уже к этому привыкаешь, потом на автомате уже прекрасно знаешь, когда нужно бить, как бы на каком расстоянии. И да. Каждое оружие уже знаешь. Да, в этом плане только. А так он, поэтому... в принципе, сносный. Лучше пойдем зомби мочить. Пойдем, я отсмотрю новые интересные карты. Анимуш уже не терпится в бою... ворваться, как Рикардо Милос с Флексом. Рикардо Милос с Флексом, да. А так, игра хорошая на самом деле. Во-первых, она бесплатная, что очень радует. А, если... блин, я забыл к Сереге на канал зайти. Да, вот. Есть... Но вторую часть они уже будут за деньги продавать. Ну, да и, собственно, было бы нечестно, если бы они ее также бесплатно выпустили. Они так трудятся уже сколько над ней. Там уже даже команда у них больше стала гораздо. Надеюсь, цена будет адекватная. Ну, цена, наверное, 500 рублей, может быть, 900. Да, это стандартная помню, примерно цена для такого проекта, как бы неизвестного. Я думаю, примерно такая что-то и будет в районе. Да, так что надеемся на это и ждем, ждем, любим, как говорится. Я в доджболе как раз придрочился к ближнему бою. Ну, там можно, в принципе, как ты сказал, придрочиться к бою.
Единственное, что просто для новичков, как Буба сказал, там бывает трудно. Но в целом, как бы, все понятно. Через какое-то время можно учиться. Я также помню, начинал прекрасно и научился. Было, конечно, тяжело вначале, но потом научился. Он Таркару говорит, нельзя забывать, что эта игра и тому, ты вполне качественно относится как к полноценной игре, не надо относиться. Да, кстати. Да, это верно, это мод, просто они для удобства игроков как бы отдельно все вытащили и в Steam добавили, а Valve не стали на них кричать и говорить, что вы тут используете наш Half-Life 2 и отдельную игру выпустили без него. Это хорошо, что халвычи не стали на них ругаться. Но вторая часть у них уже будет как отдельная игра на Unreal. Ну вот. Дальше будет, всем удачи, море фана. Давай, Юр, тебе тоже спасибо, что заглянул. Если что, удачи на работе, там, держись, как говорится. Да, давай там. За Иноса, дружище, тащи как бог. И да пришел Инос и осветил путь ближнего твоего. Да. А есть эта речь в письменном виде, Буба? Я пока ее зачитаю, есть. Чтоб... Конечно, есть, сейчас скину. Давай, я сейчас с энтузиазмом ее зачитаю. Да ладно, читай. Ну пока... Житармович подойдет. Пока все соберутся просто. Да, мы Житармовичи. А я карту как раз сейчас это интересное попробую, я же смотрю. Сейчас хотят наркомания 100%. Сейчас депутат пока вам это благословит всех. Давай, давай, я пока благословлю всех путь истины. Благослови нас во имя Милоса, давай. Вот. Милоса, точно Милоса. Мы сейчас, ребята, начнем. Сейчас нам подсоединится еще один человек. Так, тебе куда скинуть ссылку на речь? В Дискорд можешь скинуть. Хорошо. Дискорд можешь скинуть, я там... В общий кидаю вот. Угу. Вот, открывай вперед. Скажи, как Сереги на миксер, как у него там дела? Так, проповедь Ватраса, Готика, Ночь Ворона. Как ты мог забыть, кто это такой? Говорит, не помню. Так, сейчас все будет. Сейчас все будет. Надо же было так Ватрас обидеть. Говорит, не помню, кто это. У тебя, Серега, миксер прекрасно робит. Все отлично. Конечно. Миксер у меня вообще робит как надо. Так, мне там падло пишет. Ну-ка, что там мне пишет. Оу май. Оу май. Оу май. Заходи к нам, падло. Так, ну что, давайте, поехали. Где там речь Ватраса? Во! 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 Все, читаю. Так, стоп, надо сейчас договорить. Что там у нас? Сейчас. Падло, это же Дарканайта друг. Да. Да не муж, я там уже вовсю. Блин. Уже готов, не терпится. Ох, там не муж. У нас здесь еще и жара, блин. Помните, у нас такая жара последняя. Привет, я с вами. О, так, подождите, ты с нами. Сейчас я прочитаю проповедь. Все, тихо. Привет, уточка Хью. Но свет был пыткой для Белиара, и все, что создал Инос, было Белиаром уничтожено. Но Аданос, помню, что так не будет существовать ничего, ни света, ни тьмы, и он решил встать между двумя братьями, чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего не вышло. Но там, где стоял Аданос, находилось место, где ни у Иноса, ни у Белиара не было сил. В этом месте порядок и хаос были равны, и так было создано море. И это море освободило землю, и появились различные создания. Деревья, животные, волки и овцы. И, наконец, появился человек. А имя этому человеку Жадармович. Приветствую тебя, Жадармович. Аминь. Аминь. Аминь за силу Гомеза. Помоги. За Гомезочку, за Гомезочку, просто за Гомезочку. Накалим болотника, пару портовых шлюпок. Уйдем в страну вечного болотника и вечных удовольствий. Так. Кстати, карта качается новенькая. О. Так, нам еще падло хочет присоединиться. Качай, падло, качай. Чувствую, ну, Лиману написал я. Чувствую, нам скоро придется искать сервера, где 12-15 человек. А кто-то придет сегодня? Юрки нету, смотрю. Юрка на заводе пашет. Юрка, да, там он на заводе пашет, так что... А что случилось или что?
Внеурочка или просто задерживается? Наверное, задерживается, скорее всего, просто. А может и внеурочка, кто знает. Надо сделать мод и заменить проповедь Ватроса на эту. Как будто как ключ что-то скинул. А ну-ка, сейчас посмотрим, что там за... Хорошая, хорошая проповедь, мне понравилась. Что там за проповедь от уточки Хью? Понятно, короче. Джей Боб наносит ответный удар. Так. Ах, так, 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 так. Наносит ответный удар. Кто там поручил, кому что поручил? Это я проверяю фильмы, скачал, это Стражи Галактики были. Это Небула говорит Ронану обвинителю. Танос поручил это мне. Товарищ Анимуша Швили, там Танасивили наш, вы готовы нести свет в нашу... Да, мы давно готовы. Давайте, Буба, создавайте нам контент. Кто там с нами? Буба Париж создал или нет? Да я уже вышел, я просто карту глянул. Париж. Уи, французы, милые люди. Мы лягушек любим. Ой, один как дурак остался, что за херня. А, Жанович, видел ту картинку, которую тебе скинул, кстати? Чё? Помнишь, что я тебе картинку сегодня скинул, то как тебе картинка? Да, нормально, за Гомеза. За раком, за Годлу. Я, главное, листал что-то один день ленту ВКонтакте, смотрю, там написано, Жека что-то прокомментировал, запись сообщества, что-то. И смотрю, там твоя фотка, что-то думаю, о, Жека, ты нафотошопили. Думаю, дай сохраню. Да, это давно нафотошопили. Это мастер фотошоповый. Не-не-не, это не мой был, кстати. Это меня так, типа, подтролливали. А, понятно. Я, короче, думаю, давай сохраню, пригодится. А про ты сделал, помнишь, с Лерой и пиратами Карибского? Он, ты же ты сделал. Конечно, я помню. Нет, там убойные были фотошопы вообще. А Серегина карта эмоций, когда там этот... А, вот карта эмоций. Карта эмоций. Грустный, приболевший, злой там. Это да. О, спасибо за подписку, Кирсге. Добро пожаловать, как говорится, за Инесса. Так, Last Survivor, да, подключаться? Да. Ну, я еще не знаю, что это за карта, я сейчас захожу смотреть. Так, что это у нас? Так, что-то у меня мышка. Нет, что-то... Разбудишь, когда найдешь. Да, конечно, карта дурная тоже. Легкая. Так, ну что у нас, готовы? Жека, тебе желаю приятного покуривания косячка болотного. Косячок был. Я как раз за Гомеза сейчас закончу. О, давай за Гомезика, уйди в страну вечных снов, как говорится. Сейчас затянусь, как велели, да, прям в лагере, как учили. Да как, затянешься сейчас, да? Ох, у него там, ох, как Даос, видели, как болотничком-то у него там жахнуло. Да-да. Это самое забавное, зайти в какой-нибудь туалет небольшой в общественный и достать, короче, электронную сигарету и нормально там накумарить, чтобы аж дым шел из-под двери. Как в коленной там будет потом. Вонять, ну, примерно, все. Примерно так, да. Кстати, Жека, как тебе мое вообще прохождение готики? Вообще, как на все вообще смотришь? Как специалист, ну, что скажешь? Мы с Бубой выделили один момент, который интересный на самом деле. Ты, по-моему, где-то уже 15 серий записывал, и ты ни на что не прерывался, кроме вот четверговых стримов. Короче, это очень удивительно. То есть ты там не перескакиваешь на резидент, еще куда-то ты как-то вот. Людей мало, мне вот это не нравится, абсолютно вообще. Да, что-то людей. Людей мало. На Good Game там 2-3 коллеги сидит, и на Твиче там 5-6, вот и все. Да, ну ничего, в любом случае, хоть кто-то... У меня вот через 5-6 я бы счастливый. Ну, в любом случае, кто-то да, приходит на новый, какой, новый зритель. Ну что, подрубайтесь на меня, карта, в принципе, на вид довольно-таки выглядит интересно. Какая, которая, шипят? Да-да-да. Ох, чувствую, опять наркомания сейчас будет. Ох, наркомания сейчас будет. Мне она Россию напомнила. А, кстати, она, по-моему, это и есть Россия. Березки, вот. И что за карта интересная такая? Березки. Березки. Есть такая песня на березке. Или мне кажется, я не знаю. О, так она еще и наоборот. Вот так, в России... Березы шумят, вот-вот. Анимуша подметил.
Гладствольные все понимают. Чего-то я знаю эту карту старую. А чего моя женщина так медленно идет? Я совсем не понимаю. Ну, не знаю, может, она устала. От наркомании уже видно. Ох, а не муж, и там уже гайд наркомания. Так. Капец, персонаж медленно идет. Это просто вообще. Так, и что такое? Оружия нет, ничего нет. I wanna get to the chopper. Come on, do it now. Come on, do it. Мазафак, мазафак, бойся. Что бы эту свою зажигалку, да ё-моё, чё за... А что в полный экран режим? Не, не захватывается почему-то, я не знаю почему, наверное, от администратора. Можно, можно захватить полный экран. Ну я пробовал, у меня что-то не... Ой, сколько добра, ой, сколько добра. У меня что-то не выходило, надо будет... Надо будет потом попробовать, мне уже после стрима уже перенастроить это всё дело. Это что за... ядерная какая-то... О, буга задняя. А, нет, это какая-то вообще другая зона. Что бы не убиваемый один. Чё-то я летаю тут. Я летаю. Я летаю, кто-то как всегда стреляет. Так. Кто там стреляет? Кто-то стреляет, но не помню кто, а вот. Буба. Наркомания, когда карта не доделана, но я вообще не понял. Может ресет Буба, чтобы мы все раскосились? Да сейчас волнует, да. Вроде быстро, да и все. Сейчас молочник, а не муша все сделает. Думаешь, они воскресят? 25 зомби, волну еще. Все, патронов нет. Ех, сейчас. Одной левой. Come on, Буба. Do it. Я, кстати, возможно, уже завтра. Ну, посмотрим, что мне ответит автор про терминатора и крысы. А что там? Полный доступ, как я понял, не выложил, что ли? Нет, насколько я знаю, в этом в полном открытом, где попало, нет. Я просто сегодня искал, что-то не нашел. Ну, я ему написал, посмотрим, что ответит. А автор это случайно не тот, кто проходил вот этот мод? Да, он самый. А, это он сам. Ну, что-то голос похож. Голос, говорит, похож. Come on, I'm here. Do it now. Как он там? Да, он еще озвучивал. И как он еще там что-то говорил? Ты тоже, кстати, бы мог так озвучить. Да я бы мог изи вообще озвучить. Единственное, конечно, пришлось бы там разбираться, наверное, с программкой или, ну, чем он там файлы доставал из игры и переозвучивал. Ну да. I'm Terminator. Таких модов не делают. Анимуша, come here! Come on! Да-да, у тебя хорошо бы получилось озвучить. Get out! Я уже тебя слышу там на фоне. Ты гуляй, ты get out! Так. Это Кузя. Ой-ой, только не начинай про Кузю, я тебя умоляю. Мне уже снится это Кузя. По ночам холодном поту просыпаюсь. Будет по ночам снится? А да. Это не добрый знак, Серега. Это далеко не добрый знак. Да, может, ему должен сниться Рикардо танцующий. Рикардо другое дело. Когда Рикардо снится, и жизнь кажется малиной. А Кузя нет, да? Кузя нет, это страшный сон Рикардо. Так, смотрите-ка, я до сих пор летаю, давайте уже гасить этих сволочей. Уже руки чешутся, да? Да, у нас жара, ребята, вы знали, я вот реально сижу и не могу. Come on, kill them! I'm here! Do it now! Жара, не, у нас нормально, сейчас в Москве вообще. О, сегодня у нас жара была тоже, кстати, очень сильная. Причем, прям бывает, такая жара вроде бы утренняя, вот эта вот противная, бывает. Ты такой лежишь в кровати, весь такой прилипший какой-то, именно как этот. Не, у нас сегодня прохладно с утра было. А сплит-система, как бы. Не? Да не, вроде. Боится просквозит его. Да, я просто... Меня просто просквозил один момент уже. Так-то кондёр есть, но, блин, продуло. Я по-моему делаю. Когда жара, врублю, охлажу комнату, и потом, как бы, вырубаю, открываю, делаю сквозняк, и все, спи себе на здоровье. Mm-hmm.
Буба, надо было ставить такой легкий уровень сложности, чтобы резать можно. Так, наконец-то. Так вон же резанулись. Кон какой-то. Нет, в смысле постоянно. Так понимаю, тут даже точки нифига нет. Адмусу, come on, come here, эй. Кто-то побежал. Да. Я вам саплай вызвал. Come on! Get to the chopper! Get to the chopper! Так, где чопа, я не пойму. А где он? Реально его нету тут вроде. А вон он! Get to the chopper! Come on! Сейчас он в текстурах нахер застрянет и все, и будет вам саплай. Анимуша, get down! Get to the chopper! Да, я буду идти, get down, там же. Get down here! Спасите меня лучше. Я застрял. Привет, Dark Knight, привет. Еще раз. Спасибо. Куруик лёг. О, что тут скинули? Что-то по... на башку что-то летит. А где саплай? Это что было? Походу. Это что за херня? Подожди. Походу все, что нам скинули. А где моя лопата? Лопату я уже какую-то подобрал. Подожди, 90-миллиметровая Мортара. Говорит, что доступно. И где она? Я не знаю. Так, падва к нам сейчас скоро подключится. Будем пошукай, может там где-нибудь бочки какие-нибудь. Падва, если ты видишь на стрим, присоединяйся к нам в Дискорд. Марио, когда ты закончишь, раньше залетайте. Ок, понял, принял. Серега, слышно херово, да? Тебя отлично слышно. Слышно вообще как боженьку, как Линоса. Как Иноса, который гласит в ушах. Че это за пролаг был? Серега, аккуратно, там ползун твой, господи. Ой, блин, меня заразили. Чёртовы ползуны. Тут их много как-то. Это чересчур много. Самое интересное, тут нету точки защиты. Есть просто вот, видимо, фарш. Это фарш. Это личинка, Серёга, разбежал. Ой, где там моя личинка? Я вроде не откладывал. Да все уже. Земли уже похоронили. Падла готов вроде бы. Я уже отпел её, так сказать, по канонам. Я, короче, к Киносу ушёл. Так. Все, ты пошел. Встреча со знаменитостью. Ага. Так, сейчас мы туда Он еще с пирокаром не общался. Так. А, Серега, ты не дошел до пирокара? Не, еще не прошел. Два личинка меня убила. Моя? Ой, сколько добра. У тебя были там патроны в МП5? В общем, я летаю. Я летаю. Это падло уже здесь. Так, я пока... Падли, Дискорд скинул. Давайте, давайте. Организовано. Или он скинет меня. Как он стреляет? Анимуша, get down here! Анимуша летает. А, ты летаешь? Ты живой. Автор молодец. Зачетно озвучил. Ой, сколько добра, Добра тут много вроде. Хотя нет, не так много, как может показаться. Так, а где тут про сообщение? Пушка там или канистра, что-то там достал. А я в нике твой год рождения, да. Именно год рождения. Что он там говорил такое? Какая-то диковатая карта, честно говоря. Карта какая-то неоднозначная, я бы сказал. Больше. Да. Сейчас Стас влепит плашку, короче, это наркомания вот и все. Да я уже влепил. Плашка имеется, да? Да, имеется. Не знаю, что за лягушка, Кирос. Абсолютно не знаю. Лягушка. Какая-то лягушка. Так, я резнулся, но... Ты, так, кто-нибудь подойдите к радио и зажмите кнопку действия. Давай, я зажму. А мы пойдем ловить голову топор. Рун! Где тут чапа?
Губа, бегун, впереди, Губа! Ох ты ж, блин, сколько добра-то. Где за чаппер? Так, хорошо. Вроде что-то скинули, но... Что-то маловато скинули. Что-то нихера тут нет. О, блин, сколько добра-то, ёлки-палки. Я тоже хочу. Блин, где меня убили, я не могу. В этом вся суть. В чем вся суть, немножко не пойму. Что-то не то пальто. Что-то я вообще пустой. Патроны не те, все не то. Наркоманская карта. Серега, ну если ты меня караулишь, я сейчас сдохну. Ок. Другая, да. У тебя вирус, что ли, Жека? Да. Вот, держи антивирус. Да, может, рано еще, может, ну его нахер. Да не, возьми, мало ли, что. А то так вдруг... что, мне сейчас захавать предлагают? Конечно. За Иноса. Так третья волна, ты что? Давай, может, потерпим? Ну давай тогда, сохрани хотя бы для себя. Так на, загори там, да, а то сейчас... За Гомеза, Серега. Придет этот пылесос, Иван. Вон, сзади, хватай. Сейчас. Да, уходи отсюда. Да, сколько я полез. Там нужна музыка из Рокки Бальбоа. Тут. Меня убирают, у меня кровотечение, оружия нету. Стас, живи за Иноса. Жил без страха и умер без страха. Все, Серега, я пошел умирать. Умирать тоже без страха, без этого, без ничего, короче. Короче, я ничего не вижу, можешь меня убить, я нихера уже не вижу. Все, во имя Иноса. Во имя Иноса, здесь покойный храбрый негр. Он умер за свою страну, за Гомеза, у него были белые кроссовки. Во имя Иноса, освободи это тело от ран, избавь его от не знаю чего, от вируса, не знаю, там. Освободи это тело от лишнего хабара, которое достанется кому-нибудь, не знаю. Так, блин, меня тоже за жопу укусили, теперь у меня кровотечение. Так, хорошо. Что у смысла как-то такого нет, например, в отличие от пека. А, ты имеешь в виду типа у этой лягушки? Да. Лягушки. Лягушки. Ох, блин, Буба тут на меня свою личину спустил. И заразили, гады, и обескровили. Это ГГ. Так, тащим. Хоть бы бинтик выпал из вояки. Ай! Все, минус. Что-то какая-то карта... Давай другую карту, какая-то ебанутая карта. Вот. Как этот... Как помнишь фильм, Жека, не знаю, смотрел ты фильм «Руслан» с Стивен Сигалом? Ну, там вот, когда-то вот, кричал в баре, берись, он ёбнутый, он ёбнутый, кричал там. Хотя сейчас может какой-нибудь вообще трэш будет. Извините, ребят, за мат, без мата тут иногда не получается. Ну это такой мат, юмористический. Да, тут как бы чисто юмористический, это цитаты. Кусок пиксельного. О, это наша тема. Кусок пиксельного. Кусок пиксельного. О, старая добрая кабина. Сейчас тут потеряются все нахуй. Сейчас там... Да не, мы сейчас поменяем карту. Поменяем? Ну давайте. Я и на кабине пробежал. Да не мужа, все будет хорошо, не переживай. Блин. Буба, ты прям вообще в тему так подкалываешься немножко, когда начинает там кашлять. Жека, не злись, все будет хорошо. Чистить горлышко, а не кашлять. Горлышко чистишь? Что там у тебя, Стас? Похрипывает. Серега, слышишь, я твои стримы вырежу. Шо, не слышу, что там, что-то. Выпущу, как серия сериалов, короче, бугурт туда и обратно. Что, я тут прослушал, что там вырежешь?
Я говорю, вырежу твои стримы с Ютуба по готике, выпущу как фильм «Бугурт туда и обратно», короче. А почему «Бугурт туда и обратно»? Буба, не создал еще? Не знаю, просто забавное название будет. А Лимана что-то нету, подонок. Пиши ему. Мне кажется, там бугур тот еще, потому что там столько, наверное, бегал и крошил этих всяких орков. Ты видел вчера, Жека, как там этих орков? Ну, у тебя, я так понимаю, сейчас вторая глава, да, такая интересная? Да, вторая пошла глава, я уже там в этом, в долине рудников. А, ну нормально. Самый забавный момент будет с драконами. Вот это ну, я еще ни одного, кстати, дракона даже не встречал. Они в четвертой будут. Ты сейчас в рудники не за тем пошел. Mm-hmm. Ну, в смысле, по другим причинам. Есть какие-то советы и лайфхаки для челика, у которого в три раза меньше времени в игре, чем у тебя? Ну, есть. Смотря какой тебе совет нужен. Ну, допустим, как бы объяснить? Смотря какой совет. Задай вопрос, я отвечу, скажем так. Я думаю, ребята у нас тоже опытные подскажут. А что за вопрос? Можно повторить от буквы? А сейчас зададут, пока нет конкретного вопроса. Так, как я понял, это вот эта карта, что ли? Тут на крыше начинаем, на чердаке. Стартанул ее. О. Как быстро. Буба создал? Да, да, да. Fallout Limbo Z1 BSP. Какая-то карта от любителей Fallout. Просто у меня нету, ну... Я могу дать совет такой. Буба наркомании. Сейчас. Буба, найди карту по этому, по паразиту в виде этого каньона там или чего-нибудь. По паразиту что-то где-то в какой-то игре. А, это в Fallout было, там карта из паразита, эти убежища, там все было сделано прям один в один. Привет, Лера, приветствую. У тебя рабочую строчку видно. Лерочка, да, привет. Это нормально. Кстати, не думал переставить рыбку влево. Я переставлял. Ну, здесь были, блин, наркоманская карта. Переставлял влево, переставлял вправо, решил оставить вправо вебку, потому что вправо как-то она, ну. Уже просто вправо, что она находится. Потому что вправо еще чатик и полоска доната как-то гармонично, что ли, не знаю. Патронов не видно. Ну, можно, в принципе, переставить, почему нет, если на этот стрим. Сейчас. Я вообще всегда... За любой хипиш, да, не может идти на себя? Недоделанный. Блин. Забагбованный и прочее. Подзавис. Так, вот. Ну, у меня до сих пор грузится, не знаю причину. Она большая, что ли? Возможно. Ого. Это прям подзависло. Ну, подожди пока, отпусти. Двинула вебку, зависла. Да, у меня тут все зависло. И ты это делаешь опять на загрузке, да? Да. Аля, великая загрузка. Не на автор. С твоим-то процессором, компьютером на загрузке делать всякие манипуляции, да такое себе. Да. Да не, мне-то не трудно переставить, чего уж там, это мелочи. Главное, чтобы зрителям было удобно. Чтобы все было видно. В принципе, кстати, на румку можно переставлять вебку на левую сторону. Так. Вообще, и в готике ты там тоже чуть-чуть закрываешь эти характеристики брони. Ну тогда. Тогда не знаю. Короче, можешь пока бросить вебку так и это не париться. На ближайшее время. Надо, короче, пересмотреть вообще. Надо. Я вообще думал, как-то, не знаю. Некоторые делают как в окошке игру, а вправо, типа, все вот эту бериберду. Ну да, зависит от того, как что делаешь. Да, но я что-то потом подумал, что это там как-то не то будет. К разной игре там придется разный подход. Да. Мы же знаем, что у депутата девиз и так сойдет. О, бля, великий девиз. Чё-то у меня подгружается игра. Я же говорю, что полоска. Болталка привлекает. Ты наркоманский. Карты побегаешь. Даже полоски одной нету.
чем соль? Вообще под каждую игру надо подстраиваться. Ну это да, ну блин, не знаю, не вижу в этом особого смысла, потому что ну только если это какие-то определенные там вещи не видны, допустим, важные, то да, то надо поменять. А если, допустим, там общая концепция такая же, то смысл менять эти всякие настройки на экране в этом плане. А вообще, конечно, надо бы, наверное, все-таки как-то, может быть, сделать какой-то экран, что ли, я не знаю, сделать аккуратный чатик. Короче, я посмотрю, я подумаю над оформлением, но это явно не сейчас будет. Это, наверное, хотя бы надо пройти для начала готику и пройти для начала какого Dragon Age, вот. Чтобы хотя бы на этом закончить и после этого уже оформлением заняться. К пенсии закончим примерно. Ну да, где-то к пенсии уже закончим. Готик и Dragon Porn. Кстати, анимуша, Dragon Porn, я на сколько уже прошел процентов? А я думаю, что помню, ты где там ты остановился. Я остановился после того, как от сна освободили нас. Помнишь там? А. Ну, процентов, наверное, сколько? 25 где-то прошел. О. Угу. Это считая со всеми заданиями, которые дополнительные. Да, да. Нехило. Ну тебе же говорили, что драка поротно будет как две готики или три вместе. Охренеть. Для меня нет, что я игру, я бы ее прошел бы довольно быстро. А для человека, который в первый раз играет, да, он может там... Я когда первый раз в нее играл, я уже долго в нее играл, в Dragon Age. Потом уже, когда ты там все знаешь, там уже... Ну ладно. Я могу так сказать. Например, Fallout New Vegas, там, или третий, к примеру. Отпустил. Если посещать абсолютно все локации, абсолютно все делать, то я по своей статистике помню, уйдет где-то 250-300 часов в среднем. Ну, 200 минимум, тире 250 часов уйдет на прохождение. Если ты пойдешь тупо по сюжету и особо не будешь... Ты проходил. Правда, на Xbox и это было. И особо не будешь париться, то тогда игру можно вообще пройти там часов за 5-10, там, не знаю, ну, может, максимум 20. Короче, за один стрим, за 2-3 максимум управиться, если тупо по сюжету идти. Ну... Так, ну ждем остальных. Вообще ни одной полоски нет. А ты отключись уже оттуда по новой перед. Что ты. Сейчас карта уже поменялась. У нас две бубы. Блин. Две бубы. Две бубы. Две булочки, да, там. Две булочки, да. Елки-палки. Блин, когда там уже подключусь все? Я хочу мочить зомби, дайте мне зомби наконец. Во имя Инуса. Ах ты, сволочь. Ой. Да, он глаголит истину. Воистину истину. Все, почти помер. Блин, как же утомительно ждать эти сервера, пока не подключатся, пока не заработают. Оба, сервер... Не. Ой, наконец-то. Еще одна сюда карта. Опять какая-то, блядь. Да ебаный. Ничего, Винчестер, блядь, отдельный покупать для карты. Я смотрел на стриме прохождения Нью-Вегаса, и это у чувака заняло 5 стримов. Ну, 5 я стримов. Я же говорю, там зависит от подхода. Ты можешь идти тупо по сюжету и основной линии и пройти быстро. А можешь вообще весь мир исследовать, и займет у тебя это 150-200 часов. Morrowind также можно сидеть, да по сюжету можно пройти тоже там за часов. Morrowind, ну тебе будет тяжело пойти по сюжету. Ну да, если не прокачиваться. Да нет, ты там по сюжету очень тяжело себя заставить идти, когда можно разгуляться. Ну да, я понимаю, уже полтора года прохожу, блин. Он тупо по сюжетке пробежал. Ну, если по сюжетке, как бы сказал, за 5 часов, то изи. Да, она же там не такая здоровая. А так, я, по-моему, только первую часть Fallout проходил. И... Да, на самую худшую концовку. Да. Ну и куда-то, блин. Не один раз причем. Ну, что делать уже, я не знаю. Как что, вон там в дырку прыгает, ящики уже все вместе. Да блин, опять я не возродился, да что ж такое? Тут дверь куда не открывать. Да там вниз надо спрыгнуть, и внизу будет в погреб путь.
А, вот нашел. Бедный депутат. Че, сейчас Жидармович подключится и проголосуем за рестарт. Добрый дело наказуемый, это да, как всегда. Но у меня постоянно там какие-то вечные плохие концовки, блин. То в Silent Hill, блин, то еще где-то там было, по-моему. Мистер Мясник. Да, меня же мясником, блин, прозвали из-за этого. Да, блин, как же возродиться в этой игре, хочу я. Да, пустите меня, я хочу флексить с зомбями. Так, что тут есть? Жанович сейчас подключится. А, уже здесь, все, ну рестарт. Я здесь уже, что за хуйня. Давайте уже здесь. Перезапускаем, уже хочу играть. Перезапуск. Блин, пипец, блин. Начинаем уже, полчаса не можем никак. Бла-бла делаем. Лампово сидим. Лампово тащим. Каким что, о чем так говорим, о какой-то теме. Лампово сидим. Что это за азбука Морзе там, блядь, ходит? Азбука Морзе. Да, тут маньяк какой-то азбукой Морзе занимается. Что тут такое, что за темнота? Подберите все 4, разблокировать дверь. Так, ну я подожду, пока там все разблокируют. Пойду пока вкусняшку возьму с кухни заодно. Ой, какие. О! Че за хрень? Они что, ебнутые, что ли? Полетели, ебанутые, блядь. Ебать нахуй, вы куда улетели, блядь? Кто там ремонт делает, блин, я застрял тут. Ты посмотри, ля. А че там, они выжили вообще? Ой, блин, ну, я да. Застрял тут между... Меня зажало, короче, выпусти меня. А вон Серега писюном насадился на хуйню какую-то. На. Черт, меня балка придавила. А ну, вытолкнуть можно? Берите нахер эту балку. Сейчас надо вот Серегу вытащить. Как-нибудь так, блин. Заидоса! Вот, толкай, Жанович. О! Так, ну что-то я не могу вылезти. А ты там прыгай, приседай, что-нибудь такое. Ничего не могу делать почему-то, застрял и все. Чё за херня, не могу нормальную игру даже начать, придавил уже балкой. Эй, спасатели, вытащите мою задницу. Блин, ебаные я... коровы на льду, блядь, ракоухи, куда-то убежали, человека бросили. Все, я, короче, тут походу... Мне ноги, короче, переломало, я все не могу ходить. Тут чувак с маской Крика. Че там, депутата отшкребаете? Да блин, я застрял в этом чувак дерьме. Чувак с маской Крика ходит. Идес. О-о-о. Ебать нахуй, такой жок веры был, блядь. Во имя Идеса. Ебать он, блядь, со мной, нахуй, я хуею. Ох ты ж, блин. Ебать, блядь, вот это Серега ебаный. Ох, блин, тут что-то, по-моему, все. Что-то я не знаю, какие-то взлетные эти персонаж может вещи делать. Так, ну я пошел. Когда и вы. Когда выноса поверишь, не такие флексы можно делать. Не, тут закрыто. Тут явно закрыто. Доброе дело наказу. Идис из гопники. Да, Идис из гопники. Именно он. Be careful this surrounding on you. Будьте осторожны, они вокруг. Они идут. Они идут. Кто идет? Иносы? А, Серега, вон дырка, смотри. А ну. Что там за дырка? О. А, вот, точно, дырка. Заиноса, как говорится. Тут закрыто. Так, а где тут это оружие? Гаденыш, пожрали все аптечки. Ну тут губаш банкой. Понимаю, а, вот он. Ос... Ох, блин! Ой, сколько добра, ой, сколько добра. Ой, тут сколько добра, иди тебя колотить. Все мое. Так, подожди-ка. Буба тоже самое отборное тут выбирает. А, черт возьми. Дайте забрать пушку какую-нибудь. А ты елки, пылесосы. Пылесосы одни тут. Кто пистолеты все утащил? А у кого калаш? У меня. О, держи патроны. О, отлично. Спасибо. Так, перезарядка. Так, фонарочек.
Так, что-то не есть. А Супер Х3 стреляет, по-моему, этим, да? Дробашными как раз можно разобрать. Two loads remaining! Так. Так, это мы разряжаем. Столько всего. Видеокарту в номеру инфо из Лев Дед, нет, не видел. Так, такое я не видел. А, подожди, стой. Так, здесь. Карта из. Он имел в виду карту из этих. Из Лев Дета, где там на берегу начинаешь и. Оружие дается много, и там зомби постоянно бегают. Вот. Та карта. Ну такое я не видел карты, это точно. Да не, видел, ты уже не помнишь. Может, понятно. Видел, уже не знаю. Мы играли на ней. Еще нужно. Там дробовик мой, если что, лежит. Винчестер 2. Бинт не могу взять. Надо винчестера разрядить. Блин, такое у меня тоже оружие, что ли? Ну ладно. Короче, ладно. Надеюсь, никто не спиздит все свои. Ох, тут добра! Так, я тогда тут подкину чуть патроны. Мне просто фонарик нужен. Так, вот это вот отсюда. Нахуй пошло. Берем. Так, патроны. Все, заряжен. К основу. Так. Так, вот это вот. Подожди, а почему я вот это не могу взять? У вас там найдется местечко для одной любимицы котей чисто. Конечно, Лера, заходи, заходи. Лерочка, конечно. Там еще и падла к нам хотел. Но пока я что. Я не понял, а что с местом? У меня круг не заполнен, и я. Ой, не могу. Ой, ну дурацкая карта. Просто наркомания. Вот что тут делать вообще некогда. Хожу туда сюда уже минут 10. Анимуша, ты вообще где там? Пока, Анимуша, я поехал. Кто куда поехал? Серега, у тебя дробовик может есть? Да, есть. У меня этот, 9-зарядный. Во, ну забирай, я не могу взять это все. А я тоже не могу, у меня все забито. Блин, а... Я могу, конечно, калаш выкинуть и патроны к нему. Во. И взять как раз бинтик могу. Так, так. Подождите, у меня с сумкой только у одного такие косяки или что? Да. Возьму с собой. Да, блин. Так, ой, место появилось. Нет, там не пройти. Депутата нельзя пускать в места, где до хрена хабара. На карте хабара, ну вообще ничего нету. Кроме того, и комнаты, где вот ящик. Это что, башка что ли освещает? Что за приколы, я не понимаю. Нет, что ли? А что с сундуком? От зараза. Так, так. Я, короче, пошел. Ладно, пойдем, Серёга. Тееть. Тут темно, пипец. Они уехали вон туда, по-моему. А, вот лифт надо вызвать. А, да, вон точно лифт. А где моя башка? Он едет? Башка вроде не да. Давай лучше вы отойдем оттуда. О, а вон, Серега, кнопка, глянь. Вон, кнопка, глянь. А-а-а. Вот она. Лифтер, лифт отпустите нам. Я уже обосрался до этой атмосферы, блядь, того, что... Ай, не... Блядь, сейчас звезда нету. Все, поехали, Жанович. Че там, куда там? О! О, поехали. Что-то прям тут этот, какой-то этот, прям... Хоррор? Какой-то экшен. Какой-то экшен. А там что-то было. Да, только вот тут еще два пути какие-то. Ай, ёлки, а. Так. Знакомая карта, но не знаю. Чекпоинт. Вот там эта что-то. Очень креативно сделано. Что-то там какая-то взрывчатка. Сейчас, по-моему, бомбанет там. А вон туда еще проходит. А, сейчас глянем, что там такое. Так, вот этот тут пылесосит.
Так, значит. О, тут обрыв. Закрыто. Что, вниз, да? Ага. Да, капец. Ой, не упасть бы. Лезгинку насушишь? Да, ой. Ай. А, что-то знакомая карта. Что-то знакомое вот на этом моменте. Ага. Трубильник какой-то. Кто-то уже нажал. Там зомби где-то тут слышу. Я смотрю, бубу. Ой, блядь! Все, минус. Опа! Это ты мне хоть тут прописал? Не, это там зомби тебя жахнул. Все. Ликвидировали. В темной темноте, блин. В подвале где-то. О, не муж, как вытявшийся. Интересно лежишь. Надо тебя заскринить. Заскринил. Кто там рыгает, я не пойму. Не-не-не, это не эта карта. Кто там страшного кино меня акает? Страшные звуки тут такие, я что-то боюсь. Один ходить. Все куда-то сбежали. Копычусь. О, не, не скопычусь. Тут какой-то тип скопытился раньше с двумя аптечками. Блин, вы где вообще? О, вас двое осталось, Серега, ты и Бука. Буба, ты где? Да черт его знает, вот куда-то вниз по трубам спустился. Вот это мне портануло. Сейчас пойду дальше. Что-то какая-то странная карта, но интересная. Застрелил товарища негра просто в упор. Наглую. О, так, о, блин. Нахер калаш, короче. Так, и чё, куда её? Сюда, что ли, вниз? А это куда ведёт? Оттуда я пришёл? Да, определённо сюда. Так, вот тут бы помощь депутата не помешала. Я сейчас. Блин, карта прикольная. Я бы не сказал, что она прям прикольная такая. Не, интересная карта, реально. Наркомания. Оу, куда ты скатился? У меня фонарик загорелся, мне так не может не порадовать. Потух. Это плохо. Я помню эту карту. Ай! Круто. Вода зараженная. Да не переживай. Зато ты близок уже ко мне. Не понял, что за. Че, я не могу ничего применить, что ли, что такое? Не, эта карта негде Петю взять. Блин, здесь еще ничего. Блин, вот это. Ой, я, по-моему, депутат здесь. Рядом где-то. Да-да-да, депутат, а ну иди сюда. Мне бы аптечка не помешала, сейчас сдохну тут. Давай спускайся ко мне. Куда спускаться? Тут вода ядовитая. Я тебя вижу так примерно. Ладно, так, вот два. Сюда надо сеть 4. Я фонарик где-то там вдали. О, ну тут здесь вода не заражена. Так, все, сеть 4 поставил. Все отлично.
Давай, где-то там есть. Да как мне выйти отсюда, черт? А, вот он. Володечки летают. Так, подожди. Все, вниз. Ты вниз, что там лазишь? Не могу патроны взять почему-то. Да потому что и так уже... Так я же не полный. Бука, прикрой мою задницу, ничего не вижу. Так. Так, что у нас здесь? Хилка есть, Бука? Нету. О, страшная тетка. Демоны ночи. Орёт, блин. О. Так, отлично. Прям на ночь карту. Ох, ёб твою мать, все что, о, то, что надо. Серёга, скринака поймал. Молодец, прям 5 баллов по красоте. Вот это было красиво. Ой, было красиво. Да, поймал знатно, чуть, блин, штаны себе тут не порвал от страха. Чё тут у нас? Чё тут за хрень? Буба, да я полезу нахер. Да, страшно, ну, пипец, давай. Блин. Сейчас, Серёга, держи там штаны крепче, сейчас будет второй один. Я помню эту карту, карта бомба, это на самом деле хорошая карта. А Стас, короче, нахер всех послал и ушел просто. Да, я упал. Ох, ёптвою. Ой, мне ковер нравится. Оставайтесь тут, короче. Да. Зачем куда-то идти? Светло. Там пунктер есть, пароль написан. Да, единственное, кто-то это, кепчук или что там, вино. О. На. Серега, давай я запишу. 43, что там? Что там? 43.59. О, спасибо. Так, что это за ключ? Что это такое? О, это лечить тебя может. Да, он, блин. А воскрешать это не может? А как оно лечит? Ну все, вот засосал все. Блин, а я что-то даже не вылечился. Кран черный как... Не знаю что. Ладно, не парься. Серега, 11 кп. Ооо. Давай, Буба, иди вперед, короче. Да-да-да. Прикрой мою задницу. 43.59. 43.59. There's 9 rounds. Не, не подходит. Ух ты, тут опять темнота. Бегуны что ли где-то? Да, за дверью полно. А ключик? Ты взял вообще? Нет, не взял. Почему? Может, он пока не нужен. Ой, блин, что-то очково. Карта на самом деле крутая, потому что все, кто, блядь, умер, все умерли не от зомби. От страха, блин. Зомби, блядь, вообще нету. О, бочка. Оу. Депутат повезло. Меч, что это было? Смотри, тут бочка твоя любимая стоит. Убери ее нахер, ту бочку. Взорвешь тут нахер все. Так, где тут? Где аптечки? Дайте хилку. Вот сюда ключ нужен, походу, был. Ну я тогда за ключом пойду. Так, подожди-ка. Не нравятся мне эти звуки.
Темно, ни хера не видно. Так, вот Ключецкий, куда там показывай. А чё, Буба, ты зеленый что ли, подхилился? Я зеленый? Да. 69 у него. А, ну тогда нормально. Сереге 11. О, Жека, помнишь, как ты этот шлепнулся, помню, был какой-то пол, типа, ловушка. Чё там? Чё там? Нет, на полу не я шлепнулся, а Стас. Стас под... Нет, сначала ты, потом Стас. Да я там на эти трубы упал. Не-не-не-не-не, помнишь, Стас, одну карту мы проходили давно? Мы, короче, шли там, и там... Там потолок был, короче... Не потолок, как это, пол, короче говоря, замаскированный под дырку. Помню, да. Пол под дырку, да. Да, и Жанович грохнулся, потом ты, короче. Так. Опа, лучше ничего не было, кроме прочета на этот момент. У меня есть дробовик. Просто тут темит. Давай я буду светить Буба тогда. Да, прикрывай мою задницу тоже. Давай, отстреливай этих гадов. Блять! Ох ты же, ёб вашу зомбяческую дивизию. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, ты сейчас как спас. Ой-ой-ой-ой, спасай. Спасай нахер. О, граната выпала, Буба. На, держи. Где? Я уже тебе дал, давай, отстреливания идут. Все, здесь пусто сзади. Черт. Все, у меня... Что вы делаете? Все, нахер. Минус. Тут еще одна. One load remaining. Так, ну все, у меня... Ого, чё? Ого, я такого даже не видел, что как типа катсцена. Это открылось в том месте, по-моему, где бегунные тени пробегали. Ой, это что за? Это обратно возвращаться. А у меня патроны все. На, Буба, держи дробовик тогда возьми. И патроны к нему. На тебе еще патроны эти. Вот тебе еще патроны. Ой, сколько добра. На, возьми, короче. А бы ты на мою снайперку были патроны. Да там чуть-чуть было, на, возьми все, что есть, короче. Да харек пылесосы, там он идут, блять, уже. Пиздец, блять. Буба, хватай все нахер. Сейчас мы их. Кацы, ну где есть? Ну я просто не думаю, что вообще тут есть. Все вроде. Ладно, это все остальное заберу. Блин, 55. И возможно заражение. А я этот шприц применил, мне теперь вообще пофигу на это. Давай, давай, давай. Я бы таким бурчетом вообще нахер бы избавился от неё. Так ты дробовик взял? Ой, блять, что за... Я взял дробовик. Живой. Что там происходит? Всё. О, снайперка. 11 хп у Серёги. Не подпасал. Снайперка, ку-ку. А холодного оружия нет? У меня есть патроны, берете на, Буба. Так, ну чё, долго там пожар будет? А, вот же. Пролази. Я карту ты знаю. Где есть катсцены? Катсцены все-таки это вам не хухры-мухры. На славу пора. Да ёлки, сколько их тут. Стрели. Так. У меня есть чё, граната ещё осталась. Ой, у меня пуст, всё, спасай! Ни холодного, ничего нету. Всё, иду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, куда идти? Туда вот. Ой-ой-ой, осторожно, тут зомби.
сколько в барчете? А, еще 6 пулек. У тебя 50 катя. Ёб твою мать, что за... Что за херня, блин? Я как раз отвернулся. Какая-то квакозябра была. Так. Ну нахер, возьму бочку, буду бочкой отбиваться. Так, это нам обратно получается. Обратно, там открыли дверь, где денег ходили. Фанаты бочек, блядь. Это, по-моему, где-то здесь. А, вот-вот, зомби. Да, скримеры здесь, конечно, знатные. Блин, они бегают, падают. Черт. А, гранату кидай. Сейчас всех приманим и кинем. Давай, вот, все, кидай. Там еще вон. Дай нахер! Уходи, Серега! О, блин! Все, бомбалео сделал. Так, 5 пулек. Бубу 55 и Серега один. Так, вот это сейчас тоже пристрелил. Ох, еще один. Есть патроны? Нету. Они так бегают, что хрен попадешь. Вон, падлы. 4 пули. О, еще один бегун. Ребят, плохая новость, за углом их там просто тьма. Там просто тьма. Ой. Все. Барчета, все. Ну, фонариком тогда буду добивать. А я кулаками. Все, забили. За углом там просто тьма. Так иди назад тогда, я сейчас пареманю. Скорее всего, ГГ. Да, я вижу их там. О-о-о-о-о-о. А можно вернуться к арсеналу, Буба, взять патроны там что-нибудь. А где ты арсенал? Ну там где ты же был. За второй черт появился. А кто это летает нахуй? Вот он. Кто вообще летает? Кто летает? Кто? Где? Кто там летает? Что такое не видит? Там тело какое-то летало. Не вот так. Жанович, не пугай так страшно. Да подожди, вон в Бубе идет, посмотри. Ёб вашу. Чувак какой-то. Ёб твою мать! Ну молодец! Подлез! Посмотри перед Бубой кто-то. Кто это, блядь? Посмотри какой-то. Блядь, сейчас подожди, как скрин сделать? Alt F12? Просто F12. Че это за хуйня, блядь? Че там летает, не могу понять. Ну, все посмотрим. Сейчас, подожди. Это короче, что, блядь? Буба один остался. Буба, ну стоп, подожди, Буб, стой. Повернись назад. Сейчас, подожди. Вот, все, 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 все. Что за хуйня? Это что за пиздец? Че, много мне их таких там? Я ничего не вижу, что делать? Подожди, я скину. А в Дискорд можно картинки кидать? Конечно. Что-то не особо похоже тех, кто 30 часов наиграл. Да, мы сегодня просто чуть так, не в форме. Поэтому. Не в форме. Бубин, скажи, куда скрины сохраняются, пожалуйста. Ну, в Стиме там... В общем, на игру, сворачиваешь игру, посмотри, там все скриншоты есть, посмотреть, нажимаешь все, и вот. Снизу. Сейчас, настройки. Не в настройках, просто на игру в библиотеке наводишь, там будет снизу моды и нет, еще там, ниже скрин. Папки. Не помнишь, да? Окей. Папку. Бывает. Ну да, просто сегодня не особо что-то я в форме. Так-то на других трансляциях мы там тащили как боги Иноса. Избранные Иноса. Ну нашел ты читерную позицию, Буба. Мне больше другой интерес, сколько их там еще? Ну я сейчас. Еще? Если сейчас из вояки выпадет граната, будет здорово. Так. Киньте ему ссылку на стрим депутата, типа. Кому? Ну вот этому вот.
Нави Югара, а кто это? Да-да-да, кинь ему ссылку. А кто это, кто это, кто это? Скажи, я сейчас стримлю, заходи. Киньте ему ссылку на стрим. Как мы в раках Варкрафта делали, помнишь? Да, конечно. Вот. Прям в игре рекламировали. Лучше, ты тоже в Варкрафт играешь? Да. Отлично. А я в Дискорд могу кинуть, да? Да. Это пиздец. Может заново легче эту карту начать? Я не знаю. Сейчас надо сначала подожди, разобраться, что это такое, блядь, происходит. Все, последний бегун, я как понял. Киньте этому на ссылку-то. Чатик-то, на депутата. А кому кинуть-то, я не пойму. Ну вот этому Нави или как там его. Зайдите в Дискорд, посмотрите, или я, или у меня уже белка, я не знаю, началась. Что это за хуйня? Белка. А ну-ка, что там? Что там такое? Все. Всех положил. Он падал тоже написал. Так. Причем это дело висит на нем до сих пор, на Бубе. А ну-ка, что там такое? Что-то непонятно, не знаю, что-то не вижу ничего. Ну как вторая текстура второго человека. А, ну это, наверное, глюк, скорее всего. Вы мне вот что скажите, код был 49.53? 43.59. А, 43.59. Что-то мрыгает. Не подходит. А, подошел, все. Тут тесно респаун есть вообще? О! Музыка из Динокризиса. Второй части. Узнал, Буба? Что ты же новый в Дискорде пишешь? Ну а чё, как я не узнаю? Я пишу то, что, блядь, вижу из глаз Бубы. Во, капец, там наркомания страшная. А не мы же слышали эту музыку? Музыку из Динокризиса я не очень хорошо помню, конечно. Вот это явно она. Она, ну если я не знаю, я саундтреком не очень хорошо знаком. И восстали машины из пепла ядерного огня. Да-да-да. Восстали точно, что блядь. И карали... Динозавры, получается. И карали они всех на своем пути. Что за машина времени? Тут я ничего не пойму. Сейчас Буба отправится в прошлое. Нет, это будет диджея, походу. Это будет дискач, блин. Во, мне там, походу, любимое дело анимуши сейчас предстоит по коробкам прыгать. А, что, джамп есть, что ли? Ну, вон стрелка показывает, вон вниз. Ну, давай, покажи класс. Че, он, как обычно, бочку скинет? Ну да, сейчас он бочкой разберется. Тут только один нужен будет, либо булка, либо бочка. Мне либо показалось, либо Буба на кого-то бочку уронил. Ну кто-то там вздохнул или... Да, что-то такое было. Фу-ху-ху-ху-ху. Это кажется кислота, как я понял. Да, радиация еще. Пипец, да ты там бы уже откинулся бы на этих... пинсталах. Блин, а где респаун-то? Что-то респаун хочется. Не надо было так помирать-то. Меня застрелили. Так,
Ну, вроде, я не знаю, наверх, по-моему, уже не надо сейчас. Надо обратно туда вроде. Или надо наверх? Я не знаю. Я не проходил. Никто ничего не знает, эту карту первый раз видит половина. Ну, на старой версии играли вроде. Сейчас чужой еще появится. Ой, блин! Какая-то чупакабра появилась. Ага, вот, открылась. О! О! Да блин, где респаун-то, ёпти? Так, все, это походу финальное задание. Да. Патронов ничего мне не дали. Ну да ладно. Что за жезл? Судьбы какой-то. Это снаряд, торпеда, не знаю, что это. А, вот сюда. Да я ж хорош, блин. Сдолбали, блин, пугать. О, зареспанился. Я вас всех поднял. Ой, наконец-то, блин, слушайте. Аллилуйя. Кому надо сказать? Спасибо. Нихера себе. На этот джезо я Женьку посажу. Ух, блин, сильное заявление. Без оружия, блядь. Ну, без... Но у меня нету оружия, мне с чем махать? Кулаками, что ли? Да я сам без оружия. Да мы все без оружия тут. Подожди, ну сейчас найдем. О! О, ебейби. Ой, блин, сколько тут екатить, блин, ваш... Залево. Тут посмотри, сколько ящиков-то. Ёпашу. Да что за хрень? Так. Так, надо найти что-то по достоинству. Да как это место-то недостаточно, ёпта. Жадный чересчур. О, пошла жара. Динокриз пошел. А где зомби? Да блин. Ох ты ж. Все вагон, вагон! Так, я не могу залезть на вагон. Серега, нифига не вышло. Бежим! Ох! Бежим куда-нибудь. Куда-нибудь, к кому-нибудь. А, нужно все... Нужно кристалл носить к каждой из этой... Я потом собираю, мне... Got a full magazine. Кристалл. Ой, так, я понял, кристалл, да, нужен? Да. Сейчас возьмем. Да, так, блин. Герой, да, блин. Куда его засовывать, черт? Там все маркеры же есть. Ни хера непонятно. Ой, что-то башка разболелась не вовремя. Вижу, какой-то кристалл. Ну, пикай. О, кого-то откинули уже. Все, дальше. Следующую точку. Сзади, сзади, блядь! Ох, блядь! Спасайте, черт! Да блин! Что за хрень? Ах ты ж, сука! Ай, плохо мне. Жрите все метаболизм, блядь, чтобы на всякий случай, ну его нахуй, я аптечки жрите. Ой, я сейчас, по-моему, копыта откину. Нет, блядь, по-моему, сейчас пизда всем будет. Губа я прикрою. Ебать, а что делать-то надо? Я так и не вкурю, что надо делать. Кристалл вон на точке. А, вон Бубут все тащишь. Стас сзади, Стас сзади, твои гумна, блядь. Ой, ух. Жанович, дых мощно, твоих одним. Блядь, нахуй. Сзади.
Блин, этот полез за добром. Кого скинули, там убили-то? Давай, Кира, спасибо за подписку, спасибо, что зашел. Сегодня мы немножко не в форме, как бы, так что... Заскакивай, как всем нам за огонек, мы тут да. Все понемногу транслируем. Да, немножко только все понемногу стримеры, как говорится, и контента хватает, тут всякого эксклюзивного. Как говорится, пока-пока. Пока-пока. Да, блин, кто там меня за жопу кусил? Прикрывайте точку, дайте мне перезарядить. Чё на ней в ней этот никсол, блядь, да? I got one magazine left. Да, блин, у меня опять тут. Кто от них убил? Так, а чё, кого надо таскать-то? Вот эту хрень, что ли? Да, заряжать. Все, походу, хана, депутат. Да не. Да какого... Вот этот кристалл отнес. Да ёлки-палки, чертовы ящики. Всё, лузишка пустая. Ну прям упало, где ящики, блин. Неси. Так. Тебе полечиться не мешал? Да я знаю. Вот этот какая-то дрянная, она урон наносит. Кубок 32, 25, 21, 17. Так, лечиться, лечиться, лечиться надо мне. На машине можно это сделать. Кубок 18. Да, блин. Вот сюда, на машину давай. Что-то я это, как говорится, не вкуриваю, мы подносим, оно ни хрена не это. Там держать может, надо, не знаю. Не, оно урон наносит. Может, неправильный порядок? Чё-то вы зомби респанятся. Да. Где-то чё-то в кристалл. Да вон валяется, рядом с точкой. Вот тут добра. Да блин, шивы зомбарь. Все пауэр станции активировать этим венца кристалла. Ну вот тут ничего нет на вид. Сейчас пойду еще поищу. На ту не имеет смысла ставить. Где эта дрянь? А, ну круто. Все, у меня труп. Короче, какая-то херня в конце непонятная. Что тут делать? Меня больше парят зомби бегающие. Короче, можно подыхать. Зато Динокризис вспомнили. Я-то могу так лечиться, бегать, но вот... Был бы толк. Да, был бы толк. Непонятно. Кстати, зомби больше не респаунятся бегущих. Одному можно было вот так в углу встать и просто их держать, а другие спокойно бы делали свое дело. Да. Снова полечиться. Thank you.
Нифига себе, там тебе 40 хп сняли одним ударом. 13 хп, да. Короче. О, супер, еще появилось что-то, нанесло урон. Короче, понятно. Депутатская мортира. Ну еще ни хера не понятно. Ну а чё так, одному тут нереально, один кто-то должен был их просто держать и все. Тут вообще ни хера ничего не понятно. Сейчас, момент. Да, блин. Сейчас все будет. Заново, что ли? Голосуем, а я сейчас вернусь. Ну как обычно? Так и мы что, будем ждать этот, новую карту как загрузить? Да, ну по идее быстро сейчас все будет. Это короткая карта. Сейчас узнаем, что там за карта. Не знаю, у меня сорвалось. И у меня сорвалось. А у меня загрузилось сразу. Видимо, была. В общем, Бубу ждем, он ушел. Козел. Ну ладно. Вечер, господа. О, привет, Лера. О, Лерочка. Лерусик. Лерочка. Ты с нами сегодня, да? А чё тебя с микрофоном так? Говорила, что я не маская. А, ты ещё вроде... Ох, у вас там попёрдывать всё стало, блин, в дискорде. Чё-то Лера пропала, не слышно. Я молчу просто. Семёр, ой, а чё за... Это конкурент. Так, чё с дискордом, не пойму. Чё, давай, подключился. Здесь... Ау, играет. Да, да, играем, можете на меня подключаться. У меня нет, у меня your maps different from the... Бубин, давай салку какую-нибудь, еби уже, наконец, а? Да, официалку? Да, давай официальную карту какую-нибудь под конец уже. Хорошо, поиграем. Хорошо, сейчас все будет. Булка! Здрасте, кто там говорил? Здрасте, здрасте. Где Петя? Да черт его знает, где Петя. Ну, Петя. Так, ну все, сейчас стандартненькое бахнем, коль тут уже собрались. А я тут это принес все блинчиков с мясцом как раз. Ой, 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 соблазнять пошел, а? Блинчики там с мясцом, блин. Смотри, чтобы там не вышло боком ничего, блин. Чтобы это, вы долго не ждали, я буду прямо здесь трапить. Ой, 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 соблазнять пошел, как сказано. Так. Ты там не блинчики, а жуй, нам сервисов дай лучше. Ты пока это... Посмотри, я тебе там уже скидывал. В этом... В ВК посмотри. А что ты скидывал-то? Сейчас схожу этот скриншот и счет сейчас. Какую карту, кстати? Фавелу давай. Фавелла? Фавелла. Фавелу, о, да. О, давай фавелу, да. Дайте нам фавелочку. Я что-то думаю, хочется, вот говорили на днях про Диабло, и мне что-то так захотелось во вторую часть поиграть. Помню, блин, как мы на первую играли. Я был бы не против Диабло сыграть, но... Я тоже, кстати говоря, у меня она есть, там вот этот вот мод, который у меня...
До сих пор есть там большое но, и которым я не могу сыграть. А именно... Много проектов. Да, много проектов, которые надо пройти. Вы еще не сделал карту? Сейчас все будет. Так, тут еще телефонный звонок параллельно, один момент. Ой. Я сейчас это выскажу. Да что за каточка сегодня, я болтался. Я сбегаю, да пиздец происходит. Женька, ты живой? Да, я живой, блядь. Охуевает, что происходит. Вроде всех собрали, все там готовые, но что-то как-то не задается. Не, это еще не все. Не идет. Да, не, ну понятно, такая дисперсия, лупцанула, всякое бывает. Ничего страшного. Стас, прикинь. Угадай, кто неувязок по жизни? Неувязок по жизни? Угу. Не знаю, а кто? Сейчас этот неувязок говорит речь. Короче, я хотела уехать еще в понедельник. Вот. Но буквально в воскресенье я, или в понедельник как раз-таки, я полностью обгорела. Ну, точнее, спина у меня обгорела. Да, ты писала, я так и понял. Кожа меняет, Лера. Да, кожу сбрасываю. Вот. И буквально как раз-таки на следующий... Нет, не на следующий. Так, ну все, сейчас буду запускать сервачину. Угу, Лера, продолжай. Во вторник. Лера, блин, возвращалась из гостей, и Лера подвернула ногу. Сейчас я хожу с бинтом на ноге. Это ой, просто пипец. Лера, кожу обдирает, ноги подворачивает. Вчера я себе умудрилась, блин, лопатой попасть по бедру. У тебя бить лопатой. Да так получилось. Ну просто, ну это же надо быть таким неувязком. Я не могу все никак отсюда уехать. Какой пароль, блин, Куба? Или две, или три единички. Три, скорее всего. Я думаю, там уже сколько времени сидишь, да, я...